Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Мужчины больше философствуют и сомневаются с Фомой, а мироносицы безмолвствуют, стопы Христа кропя слезой. Людские мудрецы великие в атомный ад ведут народы, а белые платочки тихие с собой скрепляют церкви своды. Эти стихи Александра Солодовникова посвящены подвигу жен мироносец, подвигу, который мы вспоминаем и празднуем во второе воскресенье после Пасхи. Высшим предназначением женщины всегда являлось продолжение жизни. В апреле этого года митрополит Илларион сказал замечательные слова: «Никакие деньги не спасут страну, у которой не будет достаточного количества населения, чтобы защитить саму себя. Мы должны понять, что выработка эффективной демографической стратегии – вопрос национальной безопасности. Решить эту задачу можно только восстановив отношение к женщине, к институту семьи и брака, как это завещано Святым Евангелием. Все больше и больше людей в нашей стране празднуют День памяти жен мироносец как подлинный международный женский день. История нашей страны – это история колоссальных лишений и испытаний, которые пришлось вынести нашим прабабушкам, бабушкам и нашим матерям. Именно они молились о родных и близких во время кровавых репрессий 30-х годов. Вспомните замечательные стихи Анны Ахматовой, написанные в 1935 году. «Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Они вынесли на себе страшные муки и тяготы Великой Отечественной войны. И не случайно самые сильные, самые проникновенные стихи и песни о войне посвящены именно матерям и женам. У кого из нас не наворачивались на глазах слезы от стихотворения Константина Симонова? «Жди меня, и я вернусь. Где готовность ждать и верить всем смертям на зло?» Показано как самое важное для солдата душевное качество наших женщин. В песне «Синий платочек» мы слышим ответ на вопрос, ради чего наши солдаты шли на смерть, ради чего совершали немыслимые в человеческой истории подвиги. В этих стихах показаны самые важные, самые главные качества наших женщин. Показана их вера, их надежда и их любовь. Именно они, наши бабушки и наши матери, сохранили нашу православную веру. Не дали погаснуть той малой лампаде, которую, казалось, уже полностью уничтожили и растоптали воинствующие безбожники. Этот тихий подвиг еще ждет своего художественного воплощения. Нам, мужчинам, невозможно представить, какие муки смогли вынести наши женщины, которые своим трудом, своим страданием и своей тихой молитвой спасали всех нас в тяжелые для страны годы. Для нас, родившихся в советское время, именно бабушки стали теми женами-мироносицами, которые принесли нас в церковь, чтобы совершить таинство крещения. Именно их пасхальные куличи были для нас, детей, воплощением какого-то другого, очень светлого и очень доброго мира, Царства Божия. И именно их мы всегда первыми вспоминаем в молитвах о наших родных и наших близких. Священномученик Серафим Чичагов писал в 30-е годы прошлого века о подвиге жен мироносец. «Они все тем более дороги нам и близки нашему сердцу, что были такими же простыми людьми, как и мы, со всеми человеческими слабостями и недостатками, но по беспредельной любви ко Христу совершенно возродились, изменились нравственно, достигли праведности и оправдали на себе каждое слово учения Сына Божия». 90-е годы стали еще одним серьезным испытанием для нашей страны. Либеральные вожди того времени, в четком соответствии с рецептами манифеста Карла Маркса, превратили личное достоинство человека в миновую стоимость и поставили на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли.
Зримым воплощением реализации этого дьявольского замысла стали так называемые конкурсы красоты. Святитель Николай Сербский, один из наиболее почитаемых столпов православия 20 века, прошедший через ад немецкого концлагеря Дахау и при жизни увидевший ту бездну, которую способен совершить человек, отказавшийся от Бога, так отвечает женщине, которая писала об участии дочери в одном из таких конкурсов. «Вы в безумной радости сообщаете мне, что ваша дочь избрана королевой красоты и словно ожидаете моих поздравлений. Мне и писать об этом стыдно. И вместо поздравлений я выражаю вам свое глубокое соболезнование. Избрание королевы красоты – возрожденный обычай древних латинских народов. По сути, это не что иное, как искусно прикрытая торговля белыми рабами. Известны ли вам судьбы таких красавиц? Они страшны. Невенчанные браки, внебрачные дети, бедные дети, сенсационные бракоразводные процессы, самоубийства. Тому, кто далеко пойдет по тропе дьявольской, трудно вернуться назад. Это грозное напоминание православного святого должны постоянно помнить все те, кто организует и проводит подобного рода мероприятия. Идеология этих мероприятий как нельзя лучше иллюстрирует пророческие слова святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла об опасности для человечества, ереси человекопоклонничества, когда грех будет выдаваться за добродетель. В этот день мы также должны поддержать инициативу нашей церкви по профилактике абортов и защите материнства. В декабре 2015 года святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл очень четко выразил свое отношение к этой проблеме. Люди, поддерживающие аборт, подчас неосознанно становятся сторонниками разрушения традиционной семьи, легализации разврата и безнравственности. Остановить этот процесс, вернуть нашим женщинам, нашим женам-мироносицам, причитающееся им место в современном мире, восстановить институт семьи и брака как одну из важнейших ценностей современного общества и, конечно, низко им поклониться и попросить прощения за все нанесенные им горести и обиды, наш главный мужской долг. Долг перед нашими матерями, нашими женами, нашими сестрами и нашими дочерьми. И я уверен, что с Божьей помощью мы с этой задачей справимся. Милые, дорогие наши жены-мироносицы, храни вас Бог! И всего вам самого лучшего!